Допустим, вы на пляже. Взяли бутылочку пива «Бочкарев», как вдруг... Вот. Отсюда правило. Лучше пиво в руке, чем девица вдалеке. «Бочкарев» – правильное пиво. Допустим, вы смотрите футбол. И, конечно же, с кружечкой холодного пива «Бочкарев». Игра была жаркой, пиво быстро кончилось, и вы решили взять еще. Вот. Отсюда правило. Хорошего пива должно быть много. «Бочкарев» – правильное пиво. Допустим, вы на рыбалке. Выпили, как водится, по бутылочке пива «Бочкарев», ну и решили принести еще холодненького. Ноги промочили, а пиво не попили. Отсюда правило. Держи пиво в холоде, а ноги в тепле. «Бочкарев» – правильное пиво. Допустим, вы с друзьями решили отдохнуть. Взяли по бутылочке «Бочкарева», еще по одной, как вдруг. Не ожидали? Загляните под крышку. Ящик пива, сумка-холодильник, видеокамера, автомобиль могут стать вашими. С правильным пивом отдохнешь красиво. «Бочкарев» – правильное пиво. Хочется к морю? Найди под крышкой пива «Бочкарев» этот знак и выиграй одну из 20 поездок в Сочи. Тебя ждет неделя отдыха в первоклассном курортном отеле. Каждая поездка рассчитана на четверых. Найди море солнца, хорошего настроения и правильного пива. Найди, короче, дорогу в Сочи. «Бочкарев» – правильное пиво. Как это бывает? Сначала проберет хорошенько, пропарит и как заново родился. А потом второе дыхание открывается. Разговор течет рекой. Ты среди друзей с кружкой любимого пива. И все в твоей жизни правильно. «Бочкарев» – правильное пиво.